Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, друзі. 12:20 на студійних годинниках. Починаємо телерадіопроєкт «Між нами» в студії Поліна Снежна та Юлія Корбець. Вітаємо вас, друзі. Долучайтеся за ефіру. До ефіру за номером 233-2011. І, звичайно ж, можна нас не тільки слухати на Українському радіо Запоріжжя і на сайті zp.suspilne.media, а ще й долучатися до онлайн-трансляції на YouTube-каналі «Суспільне Запоріжжя». Українцям варто більш свідомо дотримуватися правил безпеки в умовах розповсюдження коронавірусної інфекції. Оскільки після переведення карантину у жорсткіший режим знову, економіка України не витримає. На цьому наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, ми втрачаємо кошти не тільки в креативних індустріях та у туризмі, ми втрачаємо багато мільярдів грошей. І очевидно, що починати треба із себе, і відповідальність має бути безпосередньо на нас. Йдеться на сайті Ukrinform.ua. Отож, як навчитися жити в новій економічній реальності? Чи можливо заощадити або збільшити власний капітал в умовах пандемії, дізнаємося сьогодні з програми. У нас в студії Олена Дудар, економіст, аспірант кафедри економіки класичного приватного університету. Вітаємо вас. Добрий день. Та Анна Прішутова, психотерапевт, і вас вітаємо. Добрий день. Але почнемо з поняття, що варто нагадати нашим слухачам і глядачам про те, що ж таке фінансова грамотність і наскільки це важливо в житті людини. Финансовая грамотность, она безусловно важна. Это наше умение распоряжаться деньгами, как мы к ним относимся. И, конечно же, очень важно относиться к ним с минимальными рисками и понимать для получения максимального прибыли. Финансовая грамотность объединяет в себе определенные знания, навыки, умения с целью принятия эффективных и грамотных финансовых решений. То есть, другими словами, это то, как мы относимся к деньгам, это то, как мы ими распоряжаемся, и в конечном итоге, как мы планируем свое будущее. Финансовая грамотность в жизни в целом помогает нам не только получать и искать новые источники дохода, которые отличаются от работы по найму, но также это развивает в человеке определенную психологическую устойчивость и вырабатывает навыки и умения. В конечном итоге правильное использование финансовой грамотности обеспечивает человеку несколько иной уровень. И, безусловно, можно говорить, что владение инструментами и навыками финансовой грамотности в конечном итоге приведут человека, я бы сказала, даже к престижности. То есть это выгодно, это удобно, и это, конечно же, материально выгодно с точки зрения получения дополнительного дохода. И, конечно же, умея обращаться с финансовой грамотностью, с этими понятиями, человек может двигаться вперед, и что в конечном итоге приводит к его росту, и потому что это в первую очередь инвестиции в себя, в свое будущее. Наскільки психологічно варто бути готовим до того, що гроші бувають в руках не завжди, що вони сьогодні є, а завтра немає, бувають кризи? Ну, настолько же, насколько психологически важно быть готовым к разным вообще событиям в жизни. Мы должны понимать, что деньги – это ресурс. Деньги – это ресурс один из важных, потому что он является эквивалентом всего остального, по сути, любых других материальных благ, которые, и не только, кстати, материальных, которые мы хотели бы получить, для этого нужны деньги. Поэтому, когда деньги заканчиваются, или когда их нет столько, сколько хотелось бы, нужно уметь к этому адаптироваться, надо быть готовым к этому, да. Важно. Да, важно. Чи можуть бути гроші головним у житті людини? Чи все-таки головним має бути родина, якісь інші пріоритети мають бути у житті? Ну, каждый выбирает свои приоритеты и ценности себе сам. Выбирает, может быть, не очень то слово, они изначально формируются так или иначе, ну, с детства это идет, да, формирование, и формируются они под воздействием того, какие ценности есть в семье, традиционно принятые, да, в роду, в семье, формируются под воздействием того, что происходит в мире, в среде сверстников, в среде людей, которые, ну, так или иначе важны, интересны для этого человека. Но в конечном итоге человек формирует некую иерархию, пирамиду себе ценностей,
И да, бывают люди, которые в тот или иной период жизни, а может быть, практически всегда им так кажется, что для них деньги самое главное. В каком-то смысле это можно понять, потому что деньги дают стабильность, деньги дают возможности определенные, деньги дают зачастую человеку при неимении других вариантов, дают уверенность в себе. И, ну, в общем, бывают ситуации, когда, да, это так, нужно или нет, это уже другой вопрос. Чи можемо говорити про те, що рівень фінансової обізнаності українців низький? К сожалению, да, об этом можно говорить и даже утверждать, потому что даже основываясь на последних социологических исследованиях европейских, из рейтинга в 21 пункт относительно финансовой грамотности, рейтинг украинцев финансовой грамотности и осознанности составляет всего 11,6 пунктов. Этот фактор оценивается по таким понятиям, как финансовое поведение человека и финансовые знания. К сожалению, украинцы мало обладают данными двумя категориями и понятиями, и это сложено также ввиду того, что мы очень длительный период, наши страны находились в режиме плановой экономики, поэтому вот этот переход, он достаточно длительный, и этому нужно уделять однозначно большое внимание. Чи існує така психологія, поділ такий на психологію багатих і психологію бідних все-таки? Ну, с точки зрения психологии, я бы сказала, коучинга и модных тенденций, да. Есть много прям таких исследований, которые проведены в том числе на деньги людей очень состоятельных с целью выяснить какие-то стандартные или общие формы поведения или особенности поведения, особенности психики людей, которые бедные и богатые. И много, ну, разных там вариантов. Ну, например, очень много говорят о том, что богатый человек видит в деньгах возможности, а не, собственно, цель. Что богатый человек считает, что деньги создаются там, где есть креативность и свобода, а не там, где тяжелый труд, ну, такой бесконечный, монотонный. Много говорят о том, что есть такая, как бы, ну, как такое, как поговорка практически про то, что у богатого большая библиотека, а у бедного большой экран. Ну, то есть пытаясь дать понять, что человек богатый тот, кто много вкладывает в образование себя, ну, в развитие себя и так далее. Но, конечно, богатых людей много, и они разные. Так же, как и людей, которые живут ниже какого-то даже, ну, в государстве установленного уровня, да, например, бедности. И при этом они тоже разные. Якраз Аня пише, а мій дідусь завжди казав, я не хочу бути багатим, я хочу, мені достатньо того, що в мене є. Да, есть и такое, но как бы не все люди, по статистике все не могут хотеть одного и того же. И очень многие люди видят в деньгах, в больших деньгах особенно, сложности, проблемы, хлопоты. На самом деле, ну, видимо, это так и есть, как минимум для конкретно этого человека. Есть уровень, который для меня достаточный. И достигнув гармонии, например, когда я понимаю, что мне так хорошо, мне дальше не надо. Ну, мне не интересно, мне не хочется хлопот. Я хочу сидеть на берегу реки и смотреть на воду, а не работать там где-то. Можливо, питання в тому, що ми не вміємо розпоряджатися власними коштами, часом і взагалі формувати бюджет. Ну, смотрите, есть богатый, это все-таки не среднестатистический, да, это больше, чем средний уровень. Это богатые люди. И по статистике, ну, по определению, что ли, да, мы не можем все быть богатыми. Иначе это будет среднестатистический уровень. Например, страны, где хороший социальный уровень, где хороший уровень экономики, да, и тогда там вот этот средний слой занимает больше, как бы, больше людей, больше процент населения относится к этому слою. Богатые — это не все, это малая часть. И бедные — это не все, это малая часть. Но если мы говорим о том, что у нас, ну, у нас и у нас тоже, кстати, да, население очень
узкая вот эта прослойка, среднестатистическая, средний уровень, которые стабильно себя чувствуют, уверены в завтрашнем дне, у которых есть запас определенный, да, то тогда, да, это имеет отношение и к экономике государства в целом, и к тому, как я лично понимаю, что такое финансы, что я с ними делаю, что я умею с ними делать, как я обращаюсь со своими деньгами, ну и с собой в том числе. В умовах пандемії, як все ж таки правильно сформувати сімейний бюджет і як навчитись економити, заощаджувати? Здесь мы очень часто всегда это слышим про планирование. То есть нужно очень важно понимать, что все необходимо отделить и структурировать. То есть необходимо выделить три даже вот базовые такие вещи, что это в первую очередь наши затраты на жизнь. Далее у нас идет благотворительность и потом уже идет накопление. То есть до 70% мы всегда должны оставлять своего дохода на себя. Это питание, базовые такие вещи, в том числе сюда закладываются наши затраты на наше образование, развитие и прочее. Далее у нас идет благотворительность, на которой процентов 10-20, да, и все остальное мы оставляем в сбережение, в накопление, так сказать. В условиях пандемии и кризиса, безусловно, следует отказаться от всего того, что мы можем сократить, либо чего мы можем отказаться здесь, сейчас, сегодня и также в будущем. Безусловно, остаются наши первоочередные потребности, это хлеб насущный, все остальное мы можем диверсифицировать. Однако не стоит в любой самой сложной ситуации не тратить на себя, не развивать себя, прекращать учиться, потому что это наши инвестиции в будущее, и кризис, он, безусловно, закончится, и всегда необходимо это время, эти возможности, которые нам дают какие-то ситуации неблагоприятные, нестабильные, использовать в свою пользу и в дальнейшем выходить в определенные плюсы. Ну, конечно, не забывать про пассивные доходы, если они уже были организованы до наступления кризиса, а так, ну, самое главное, это планирование, четкое разделение своих потребностей и максимальное придерживание вот этого периода этих вещей. Вікторія написала, актуальна тема, насправді, сподіваюсь, через Суспільне передадуть вітання хапугам в лапках, хоча їм якраз і не до нас. А те, що ми, власне, таких вибираємо і чекаємо потім чуда, про це б теж треба було поговорити. Чи справді наш бюджет родинний і взагалі наші статки, тим більше зараз в умовах пандемії, залежать напряму від того, яку політичну силу ми обираємо? Ні. Нет, скорее всего, и в большинстве своем нет, конечно же, не зависит. Безусловно, то, как мы распоряжаемся своими финансами, лично на своем уровне, я, моя семья, мое окружение, в конечном итоге влияет на общую структуру государства. Но есть общепринятые вещи, которые, по большому счету, не влияют от политической силы, которую мы выбираем, потому что это общие государственные, скажем так, заложенные базовые стандарты, которые могут меняться только под внешними либо внутренними факторами. Поэтому, конечно, какими бы ни были принятыми решения на государственном уровне любой политической силы, все-таки наше умение грамотно, эффективно использовать то, что у нас есть, те ресурсы, которые у нас есть, они нам могут дать максимальную прибыль, даже вне зависимости от того, какая действует политическая сила, стратегия, тактика на уровне государства. В умовах пандемии наскільки змінилося чи не змінилося наше сприйняття, світу сприйняття, ну і ставлення до грошей? Помічаєте? Звертаються от безпосередньо до вас, як до психолога, психотерапевта, пані Аню, люди з якимись проблемами і пошуками можливостей їх розв'язати, вирішити. Ну, учитывая то, что... Да, конечно, обращаются. Учитывая то, что во время периода карантина многие, не все, но многие сократили предприятия, сократили работу, да, люди ушли на удаленную, люди ушли работу, ушли в меньший объем, как бы, да, у многих, многие все-таки потеряли работу, то да, этот вопрос, конечно, возникает, что теперь делать, потому что семейный бюджет уменьшился, возможности уменьшились. И с другой стороны, люди ищут другие возможности, потому что я не могу использовать те, которые были. Да, мы знаем, что многие вернулись из-за границы заработки, где были, и не могут сейчас туда вернуться снова. Поэтому ищут другие возможности. Отношение буквально к деньгам, я не могу сказать, что изменилось, потому что они как были важны в жизни,
так и остаются важны. Я думаю, что, или надеюсь, что, возможно, изменится отношение к собственным перспективам, что ли, да, когда человек в ситуации лишения стандартного варианта, решения проблемы, вдруг обнаруживает, что он может что-то другое делать. Тобто всі раптово вийшли з зони комфорту. Да, все вышли из зоны комфорта 100%. У кого бы, где бы она ни была. Я более того скажу, что даже те, кто говорил, есть такой мем, да, это называется сейчас в сети, когда твой привычный режим жизни называется самоизоляция. Да? Так вот, даже эти люди, которые всегда долго уже были в таком режиме, да, работа фрилансера, работа на дому, все равно они вышли из зоны комфорта, потому что ситуация в мире в целом изменилась, и что-то изменилось и у меня здесь. Нужны новые какие-то нестандартные или необычные ходы. Друзі, нагадаємо, ви можете нас дивитися на телебаченні «Суспільне», вам допомогу для цього YouTube-канал «Суспільне Запоріжжя», або слухати на українському радіо «Запоріжжя». Долучайтеся, можете залишати коментарі на сторінці «Суспільне Запоріжжя» у Фейсбуці під анонсом. Як ви чуєте, ми їх обов'язково озвучуємо, і гості на них відповідають або реагують. І до того ж, нас ще можна слухати на сайті zp.suspilne.media. Долучайтеся. А саме зараз послухаємо коментар бізнес-тренера Олексія Ушакова щодо створення власного бізнесу як альтернативного джерела доходу. Перш за все, хочу сказати, що необхідно займатися тією справою, яка подобається. Тоді й надійдуть гроші. Назвати визначену суму для того, щоб стартувати в бізнесі – це теж показник невимірний. Тому що це різні бізнеси і різні суми, необхідні для стартапу. Якщо взяти елементарну статистику, коли ви почнете звертатись до будь-яких фондів, які інвестують в стартапи, ви можете обійти купу фондів і не знайдете ніякого застосування. Навіть якщо це буде гарна ідея. Але сьогодні у людей кишенькових, готівкових грошей, які лежать у банках, набагато більше, і вони не знають, що з ними робити. Тут же питання щодо пошуку інвестора. Інколи буває так, що з однієї ідеї народжуються великі проекти. Тому показник грошей, я вважаю, не є основним для того, аби стартувати в бізнесі. Це був коментар бізнес-тренера Олексія Ушакова щодо створення власного бізнесу як альтернативного джерела доходу. Чи зараз, ми зараз, друзі, говоримо із Оленою Дудар та Анною Прішутовою, чи зараз актуально створювати власний бізнес, вкладати залишки своїх коштів у сподіванні на те, що все-таки вони дадуть якийсь приріст і, можливо, не тільки собі, а й комусь іще допоможуть? Я скажу коротко, тому що, мені кажется, в основному це к Єлені вопрос. Но, опять же, считается, что люди, которые становятся потом богатыми, относятся к процессу начала какого-то нового дела как к обычному. То есть мы можем начинать новое, и оно может получиться, а может оказаться, что эта идея не слишком хорошо пришлась на сегодня или не слишком хорошо разработана. В этом нет ничего страшного. Это нормальный процесс, мы пробуем новое. И да, может быть, это один из вариантов выхода из сегодняшней ситуации кризисной. Поняла, что скажете? Я абсолютно поддерживаю Анну. Конечно, бояться не стоит, это всегда возможности. Да, конечно, не стоит забывать о том, что из 100, как правило, только один проект является успешным и в дальнейшем реализованным. Но это не повод отказываться от своей мечты, стать предпринимателем, либо что-то создать. Просто необходимо, как всегда, придерживаться определенных принципов, знаний и инструментов. То есть вы создаете бизнес-идею, тщательно изучаете ваших конкурентов, составляете бизнес-план, регистрируете свой бизнес и начинаете работать. И, конечно же, как Анна и сказала, да, это не всегда может быть сверхприбыльным, но это однозначно приведет к вас не только к финансовому успеху, но и также к росту себя как личности. И опять-таки, это инвестиция в себя, в свое будущее однозначно. А в умовах кризы, чи варто частину власних коштів тримати в банках? Я бы вообще хотела сказать, что наши сбережения в наличной форме — это всегда гарантированная потеря.
Как это не популярно, что там депозиты, вот самый такой инструмент банковский, который нам, как правило, предлагают, это банковский депозит. И в этом, конечно же, есть смысл. Другой вопрос, что эта сфера не развита в Украине, так как в Европе и во всем мире мы не умеем пользоваться этими инструментами. Почему наши наличные сбережения – это всегда гарантированная потеря? Она не произойдет, конечно же, здесь и сейчас, и как-то мгновенно, но она всегда происходит очень незаметно и поступательно. Та же инфляция, она всегда съедает наши сбережения. Если даже по курсу доллара, это где-то минимум 2% в месяц, это всегда стабильные потери наших денежных сбережений. Поэтому не стоит держать сбережения в какой-то одной валюте, всегда нужно диверсифицировать, и большую часть, конечно же, лучше держать в иностранной валюте. Это доллар, евро, вы там уже выбираете сами. И, конечно же, минимизировать именно наличную форму наших сбережений. Чи варто все-таки під проценти класти, чи достатньо просто покласти на депозит, щоб гроші були більш надійно захищені, на думку багатьох з нас? Ну, от, наприклад, я теж думаю, що там в банку десь гроші захищеніші. Ну вот по поводу надежности, это наш страх, который есть, что мы не доверяем, потому что мы прошли уже этапы очень существенные, большие, громкие, когда вкладчики теряли колоссальные деньги из-за несовершенства банковской системы, законодательства, отсутствия политической воли, даже можно так сказать. Поэтому это тоже выработало, как из многих факторов, которые сложены в Украине в частности, недоверие к банковской системе. Но если говорить с точки зрения экономики, то, безусловно, лучше держать деньги даже не в целях безопасности, их сохранности, как физически, да, но это наша стопроцентная гарантия от потери. Поэтому, да, безусловно, лучше так. Но даже можно воспользоваться другими видами, такими как инвестиции в недвижимость, ценные бумаги, металлы. То есть вы можете выбирать все, что угодно, но все-таки я бы акцентировала на том, что минимизировать наличные сбережения. А щодо кредитов, чи варто їх брати саме зараз? Здесь необходимо всегда помнить основное правило кредитования, что кредит стоит брать лишь только в том случае, когда в будущем вы 100% получите доход. Почему банки все равно, кредиторы, банки, финансовые учреждения в период кризисов, даже самых глубоких, продолжают предоставлять финансовые кредиты и прочие займы? Потому что, во-первых, в их системе необходимо сохранять потоки финансовые на определенном уровне. И, во-вторых, самое главное, это они, конечно же, минимизируют свои риски. Путем чего? Повышение ставок, увеличение каких-то залогов. То есть для человека, который хочет воспользоваться этим инструментом, главное всегда помнить, что это в период кризиса самый большой риск. Потерять недвижимость, потерять какой-то залог, не справиться со своими обязательствами, не выполнить свои обязательства. В любом случае финансовые учреждения не пострадают, потому что в этот период уже заложены максимально высокие гарантии. Поэтому здесь нужно смотреть на каждую ситуацию в отдельности. Но если в этом нет острой жизненной необходимости, то, конечно, на период кризиса стоит отказаться от заемных средств. Як психологічно перебороти своє бажання взяти кредит? Є люди, яким дійсно вони залежать просто від кредитів, але все-таки і ситуація не сприяє, ну і есть на самом деле, на самом деле есть много людей, которые постоянно берут кредит, перекредитовываются 25 раз, и в итоге это раньше это называлось долговая яма. То есть реально выбраться оттуда невозможно. Опять-таки, Елена лучше об этом могла бы рассказать, но, насколько я знаю, существует такое понятие, как, быстро хотела сказать, банкротство физлица, когда я заявляю о том, что я не способна оплатить по своим кредитам, ну, не могу все рассчитаться. Есть некая процедура этого, да? Но если мы, я же все-таки не про финансы говорю, не, да, то есть у меня другая. Если мы говорим о том, что психологическая такая зависимость, то просто, если сказать, нужно прийти к реальности, нужно вернуться на самом деле на землю и открыть глаза и реально посмотреть на то, что я делаю.
что я делаю со своей жизнью, да, мне куда нужны эти деньги, зачем я это делаю, почему я, ну, увеличиваю кредит, ну, количество долга своего, да. Це найтака останніша спроба, якщо найостанніша можливість серед усіх наявних можливостей в житті. У нас залишається буквально по 15 секунд на кожну відповідь кожного з вас. Як навчитися жити в новій реальності, в реальності пандемії? Хто почне? Я скажу очень коротко. Ну, научиться планировать и вести четкий учет своих финансов. Планирование и учет. Понятно. Даже добавить особо нечего. Нужно планировать и нужно опираться на то, что на самом деле мне важно и что на самом деле я хочу. Друзі, тож плануємо, дійсно розраховуємо на власні сили, адже ніхто так не допоможе нам, як ми самі собі. З нами сьогодні були Олена Дудер, економіст, аспірант кафедри економіки КПУ, та Анна Прішутова, психотерапевт. І говорили ми про те, як же навчитися жити в новій економічній реальності. Поліна Сніжна, Юлія Корбець, побачимося і почуємося на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».